мы сейчас идем на встречу с подписчиками. Конечно, если честно говоря, я тут что-то как-то бегаю, никак не могу остановиться. Хорошо. Здравствуйте. А будет встреча с подписчиками? Вот, сейчас пойдем. Ух ты. Так, друзья, если честно говоря, нифига себе, сколько вас много. Их больше? А тут есть самолеты, которые не вы пригнали? Конечно. Очень много еще в мире самолетов осталось, которые не я пригнал. Нам хватит. Но это дело времени, да? Ну, будем стараться. Что? В основе это все-таки социальный проект. По сути, основная проблема украинской авиации, ну, я думаю, что это как бы любой авиации, там, и российской. Я, наверное, куплю себе машину, буду ездить, допустим, там, в университет куда-то. Никто же не думает, что он пойдет в салон и купит новый Rolls-Royce. Все как-то понимают, что есть варианты. В авиации четко сложившийся стереотип, что существуют Rolls-Royce и что-то выше. Вот туда. На самом деле, проект родился, чтобы людям, ну, донести, что это возможно. Это ничего сверхъестественного. Когда меня спрашивают, что самое приятное во владении самолетом? Самое приятное владение самолета – это дорога к своему самолету. 30 тысяч долларов за так. Это отношение, доверие, которое возникает. И не из-за Виктор Семенович! Иди сюда! Виктор Семенович, сколько вам... Если таких ребят набрал, короче. Сколько вам років? Да молодой, еще весной будет 79. А сколько вы летаете? Як родился, в 57-му школу закончил, с тех пор летаю. Слушайте, и вот это Виктор Семенович, который когда-то меня поднял вот на этом планере, вот там он такой с двигателем стоит, мы подойдем поближе. Я расскажу интересную историю. Я решил стать летчиком лет 15 назад или 16. И мой папа привез Виктора. Я говорю, я полечу вот на Виктор Семенович, Бублик, фамилия. А по секрету скажу, его самолет называли всегда Бублолетом. И я говорю, я полечу на Бублолете. Ну, не обижайтесь, Семенович. Да ладно, все нормально. Мой папа, профессиональный пилот, 41 тысяча часов, понял, сказал, что такая дурость не нужна сыну. И привез Виктору Семеновичу бутылку. И сказал, ты так покатай сына, чтобы он больше не хотел летать. И если честно сказать, я мыл кабину. После этого полета я... Я не помню, серьезно ты? Да. Вот такой большой мальчик, и так я сделал. Да. Вот, то есть я мыл кабину, и на самом деле, благодаря этому человеку я начал летать, и очень сильно ему благодарен. Вы знаете, так что... я даже не мог подумать, что вот эта малая дитина такая здоровая, так заразится авиацией, именно полетами. Из него вышел такой прекрасный авиатор. Так, удачи, Вова. Все, так что... Так держать. Да, все, мне это все. Хорошо, давай. Жду вас, и всегда, если нужна будет помощь, обращайтесь, я всегда открыт, так что... Я Владимир Васильев, увидимся на моем канале. Можно на входе? Давайте. Самолета. Ну, давайте, идемте. Фотографируйте, можно? Спасибо. Давайте с мальчиком. Снимаем, Дань? Да. А можете... Вот дядьку сними. Друзья, честно говоря... Сегодня уже, наверное, сложно уже вообще соображать и думать. Да. Все звонят, пишут. Друзья... Андрюха, можно отбуксировать? Я снимаю. А? Я снимаю. Ну, вот так мы отдыхаем, вот так авиационная. Дубль 127. Вот такая вот она тусовка авиационная. Вот такая. Я уже ушел куда? Отойдите с экрана. Прилетело больше 100.
Друзья, Юра, 50-й раз пытаюсь снять, туды-сюды, можете, камера, съемка идет. Ребят, можно, я просто сейчас концовку ролика сниму и пойду отдыхать, никак не могу, уже, я не знаю, какой это уже, как бы, ролик по счету. Я, честно говоря, не знаю, какой это уже концовка по счету мы снимаем, но, слушайте, на самом деле, мы вам показали, как собираются, вот как собираются друзья-летчики. То есть я пригласил сюда своих друзей, то есть, ну, на самом деле, прилетело больше 100 самолетов. То есть я считал, но уже где-то после 100 уже просто перестал считать. Ну, как бы было здорово, и вот так вот мы, вот так вот происходят авиационные слеты. Вот это авиационная тусовка. На самом деле, я очень был доволен именно своей встречи с подписчиками. То есть, честно говоря, я был немножко шокирован. То есть я думал, там придет небольшое количество человек, но пришла такая толпа, что я так, ну, как бы был удивлен, и это здорово. Спасибо вам большое за это. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы оценили те работы, которые с Даниилом мы делаем. И я вам благодарен. Слушайте, что я могу сказать? Сейчас пролетит вот этот летательный аппарат, я не знаю, как он называется. Я надеюсь, из всей этой огромной толпы люди все-таки станут авиаторами, они будут прикасаться к небу, они будут летать. Спасибо вам большое. И, ну, слушайте, как всегда, ставьте лайки. Как всегда, приходите в авиацию. Летайте на таких замечательных машинах, как вот эти. Так что до новых встреч. Я жду вас на своем канале. До свидания.